Всех приветствую, дорогие зрители моего канала, на связи ProGamer. В этом видеоролике будет очень крутая превьюшка, с вас лайк и подписочка, а с меня, конечно же, годная PSD-шка по ссылочке в описании. Вот. Итак, мы приступаем к самой работе, переходим. Вообще, сейчас буду объяснять, что к чему. Вот. Так. Смотрите, вот. Что я сейчас делаю? Секунду, подождите. У меня немножко подлагало тут. Так, вначале почему-то немножко нормально было, а потом подлагало. Так, вот смотрите, что я делаю, это первым делаю композицию. После композиции мы переходим к обработке. Вот. Дальше я настраиваю текст, делаю градиент ему. И вот. У меня немножко как-то по кадрово лагает. Я не знаю, с чем это связано. Почему у меня. У вас, скорее всего, нормально сейчас воспроизводится. А у меня по кадрово видеоролик лагает во время озвучки. Скорее всего, комп перегружен. Вот. Дальше, что еще могу сказать по самой работе? Большинство, как бы, моих работ, они все строятся по одному поэтапному шаблону. Вот, если вы его заметили, его смысл, то, как бы, конечно же, вы поймете и суть всех остальных превьюшек. Вот. Как-то так пока получается процесс. Ну, сейчас я все буду вписывать. Все это дело. Так, текст получился более-менее такой адекватный. Ну, хотя, в принципе, можно было бы мне его улучшить немножко, но не суть. Как получилось, так как бы и сделал. Что еще могу сказать? Так. Я тут старался вписать все так же под один цвет, но немножко не получилось. Вот. Так, секундочку. Ну, в принципе, вы как бы понимаете, то, что я сейчас делаю, вас надлагать не должно ничего тут. Вот, я старался все как обычно сделать, то есть по цветам все подровнять. Так. Ага, вот, видите, как я сейчас аккуратно некоторые объекты расставил для того, чтобы получилось более такую, создать фокусировку на главных персонажей. И вписываю я все за счет обычной кисти, то есть все объекты я вписал за счет обычной кисти, без каких-либо трудностей. Также притемнил немножко фон. Вот. Также растительности напихал сколько-то. Ну, как бы для того, чтобы придать работе атмосферу такую вот GTA-шки. Так. Притемнил некоторые моменты. Ну, в принципе, превьюшка уже подходит к концу. Если вам нужна полная версия этой работы, напишите в комментариях. Я вам, либо мне во ВКонтакте, как бы, я вам скину в ВК все это дело. Вот. PSD вы можете скачать эту работу по ссылке в описании и пользоваться ей сколько захотите. Ну, на этом как бы все. С вами был ProGamer. Всем пока.